древнейшая бабушка. Вот она приехала. Но ассортимент, я думаю, будет тот же самый, что и в прошлый раз. Но я практически уверен в этом. Да. Вот такая живописная бабушка будет торговать сегодня. Как она ездит на этом Volkswagen, я диву даюсь. Я сейчас мимо пройду по ассортименту. Машина забита до потолка. Все Берлинер Плац. Я уже вам показывал. Это администрация сидит, я так понимаю, по 15 евро собирают за место. А начинается мелкий дождь, все они под навесом, продавцы. Ну вот покупателей, похоже, что-то меньше сегодня. Обычно тут более толпа такая стоит. Поэтому, может быть, даже лучше будет смотреть. Правда, я еще пока не знаю, на чем заострить внимание. Здесь посуда, вряд ли это интересно. Я сокращаю по гипотенузе. Хотя там какие-то цацки, наверное, есть. Лежит шарповский мини-диск. Не спрашивал цену, потому что он на таблетке, на жвачке. Здесь винил. Надо рыться, я не хочу. Дальше тетя продает басовские катушки 700-метровки. 732. Запросила по 5 евро. Ну, я не торговался, потому что они тяжелые. Может быть, цена и нормальная, кто знает, за 700 метров. Катушки 18-е там. Так, здесь поворачиваем. Идем и смотрим. Ну, это не наша тема. Тут 2-3 приемника есть, но по цене там они еще пока не отстоялись, в моем понимании. До них дойдем еще. Всякие штучки. Я исключаю этот ряд, два ряда вернее, поскольку я прошелся, там ничего нету. Одни тряпки. Тряпки, там какие-то женские штучки, дрючки. Интересные совершенно. Сегодня как-то очень бедненько с продавцами. Книги накрыли от накрапывающего дождя. Вот идем здесь. Плакаты, фотографии черно-белые. Джевлери. Вот тут есть он. Селга наша лежит. Шарп 6000 и Нордменде. Нордменде транзита какая-то 10 евро. Ну, такой вид у него не очень такой свежий, скажем. И я спросил продавца, он говорит, работает, функционирует, он говорит, не знаю. Поэтому проходим мимо, вот там вот Грюндик 120-й. И кейс. Кейс почему-то сочли, что он от него, и запросили 20 евро. 10 бы я дал. Ну, запросили 20. Нет. Типовой товар. Так, выходим на предпоследний ряд. Далее бабушка, которая и для меня, наверное, уже бабушка. Вот она. Товар разный у нее, поэтому, я так понимаю, распродает все, что накопилось за жизнь. Почему нет? Сколько той жизни. Цинично, конечно, но на самом деле. Украшения, что-то военное,
damals für eine die Bilder eben abgekauft, dem Künstler, weil er viel Mitleid hatte, aber weißt du nicht? Gut, weil всякая. Ja. И всякие женские колечки, бусы. Еще вдоль одного ряда пробегу. Ну, тут еще что-то. Именно что-то. Такое малоинтересное, думаю. Посуда. Бусы, кольца. Наверное, основная тема. Что-то из фото. Что-то из фото. Опять одежда. И все. И народу мало, и как-то так. Ассортиментик не очень-то. Воскресенье, Ферберлинер. Остановка метро. Вот она. Пока народу нет, никого, я хочу пробежаться, вам показать, что тут есть. Ну, близкое к нашей тематике, конечно. Сиди, стекло. Кого тут только не увидишь, живописных товарищей. Честно говоря, комментировать нечего тут. Я так думаю. Я там чуть дальше высмотрел телефонки, но он оказался, что не продается. Продается какой-то пингвет, а телефонки за термосом боятся. Ну, не продается, значит, не продается. Вчера в этих рядах была в основном одежда. Сегодня как-то поинтереснее, конечно, но опять-таки оно не мое. Но, тем не менее, смотреть интересно, на мой взгляд. Универсум какой-то. Радио. Поворачиваюсь, показываю, там дальше стоит усилитель Лаксман. Потом подойдем к нему. Ларцы, коробочки, шкатулочки. Резные фигурки. Ну, здесь ничего интересного нету.
до конца дойдем уже. Посуда. Опять-таки женские украшения. Но откровенной одежды сегодня мало. Честно скажу, что я думал, как всегда, половину занимает одежда. Но эта барахолочка, она вообще такая вот элитненькая, что ли, для коллекционеров. Посуды или там каких-то других вещей, но тем не менее такие вещи хорошие. Вот наша бабушка неугомонная. Вчера была, сегодня была. Ну и раньше была, конечно. Машинки. Винил. Винила много. Цены на нее не шаровые. Вот там Нордмэнда стоит. Любопытный. Не спрашивал цену. Думаю, что будет дороговато, потому что 60-х годов. Он до 104 там FM. Книги. Радиоцентр Айва. Катушечник Дюал. Это усилитель Laxman, модель L190. Ничего сказать про нее не могу, потому что не знаю. Фирма дорогая. У меня в жизни был только один Laxman кассетная дека. Ну и сейчас чуть-чуть кусочек, который не охватил первый раз. Так, этот ряд я еще не показывал вам. Здесь в основном посуда. Ну, все примерно одинаковые. Картины, статуэтки. Аппараты. Универсум какой-то стоит. Это администрация здесь находится. Центр информации. Все, больше ничего нету.